И последний театр оперы и балета празднует свой юбилей. Статус государственного он получил в 1991 году, а спустя 10 лет ему присвоили имя Дмитрия Сивцева с Аруна Малона. За все время существования театром поставлено множество шедевров мировой оперной и балетной сцены. На торжественном собрании, приуроченном к 25-летию театра, собрались звезды оперы, известные во всем мире. Буквально после юбилеев мы собираемся на гастроли, большие турне. Это Большой театр, историческая сцена в Москве, Мариинский театр, Большой театр оперы и балета город Белоруссии, Минске, Вильнюс, Калининград, ну и ряд городов Центральной России.